Недавно президенты Беларуси и Казахстана поставили задачу довести товарооборот между странами до 1 миллиарда долларов США. Цифра 2017-го – 690 миллионов, что само по себе результат неплохой, но потенциал использован не в полной мере. Такое положение дел характерно и для межрегионального сотрудничества. Темп роста товарооборота между Брещиной и Казахстаном за январь-июль текущего года – 18%. Экспортируем больше, чем покупаем. Белорусские товары ценятся в Казахстане, и работу в этом направлении необходимо продолжать. Торговля неплохими темпами идет. Вместе с тем, с учетом участия Республики Беларусь и Республики Казахстан в целом ряде интеграционных образований, полагаю, что потенциал, конечно, нашего сотрудничества может быть гораздо выше. В области зарегистрировано 7 предприятий с казахстанским капиталом. Ну, это мы считаем, что может быть значительно их и больше, так как Брестская область имеет значительные возможности для более широкого привлечения инвестиций. Ермухамед Ертызбаев с визитом на Брещине впервые до нашего региона дипломат посетил Гомельскую, Могилевскую и Витебскую области. Далее отправится на Гродненщину. Дипломат подчеркивает заинтересованность в сотрудничестве по всем направлениям, от покупки и продажи товаров до создания совместных производств есть с обеих сторон. Казахстан для Беларуси, да? Это супервыгодный партнер, потому что вы поставляете в Казахстан, ну, все, начиная с носков, обуви, заканчивая крупная промышленная техника и так далее. У нас белорусская продукция, сельскохозяйственная и так далее, широко представлена практически во всех магазинах Казахстана. Мы достигли очень больших успехов в реформах, но вот наличие в большом количестве у нас нефти, газа, цветных металлов, все никак не дает возможность сделать серьезную трансформацию в экономике с тем, чтобы мы, как белорусы, тоже могли производить такую продукцию и поставлять ее на другие рынки. Поэтому с этой точки зрения Беларусь – это важнейший партнер для Казахстана с тем, чтобы мы на базе совместных предприятий создали у себя аналогичную, значит, продукцию. Диалог о состоянии и перспективах взаимодействия Беларуси и Казахстана будет продолжен в Бресте в середине ноября. На этот период запланировано заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Продолжит свое ознакомление с потенциалом региона и чрезвычайный полномочный посол Казахстана. В программе визита посещение крупных предприятий, историко-культурных и туристических объектов. К слову, на территории мемориала Брестская крепость-герой дипломат уже побывал, и это оставило сильные впечатления. Посещение вчера Брестской крепости – это моя полувековая мечта была с самого детства. Произвело на меня неизгладимое впечатление. Я был, конечно, потрясен и бесконечно благодарен белорусским властям и народу за то, что они поддерживают этот священный мемориал. Можно сказать, для всего мира, не только для наших народов. Для всего мира, потому что победа была одержана, на мой взгляд, 22 июня 1941 года в Бресте, когда немцы убедились, что этот народ победить будет невозможно. Вечная слава павшим героям, защитникам Брестской крепости, а по существу защитникам мировой цивилизации. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.